Всем привет, легендарные внучатки, с вами снова я, Бабка Шоу. И сегодня я, конечно же, снимаю для вас ролик, в котором покажу бесплатные коды, которые вот я недавно нашла. То есть, блин, я недавно отошла от этой рубрики с робуксами и подобным, но решила ее немножечко возродить. И вот поэтому сегодня снимаю вам вот такой вот ролик. И у меня, кстати, вроде как, да, в 6 часов, ребятки, по московскому времени выйдет видео, в котором я расскажу, как получить робуксы абсолютно бесплатно. Там реально рабочий способ, конечно же, долгий, но, ребята, рабочий, для него понадобится реально терпение. И сегодня еще в этом видео, ребятки, в конце я покажу вам бесплатный код на робуксы, который вы введете и получите робуксы бесплатно. Так что досмотри это видео до конца. Ребятки, вот смотрите, куда я зашла. Это вот такой вот сервер с кодами, которые вот у нас выходят. И смотрите, здесь реально очень много кодов. И, по крайней мере, в этом году, смотрите, сколько кодов было у нас, в общем-то, в Роблоксе. И некоторые из них уже не работают. И посмотрите, сколько в 2019 году было кодов. Почему я еще не играла в эту игру? Просто посмотрите, какую классную одежду абсолютно бесплатно давали. Обалдеть. Ребята, я хочу себе такую одежду. Причем бесплатно, ребята, абсолютно. И смотрите, если перейти вот сюда в 2016, здесь есть вот такие вот классные крылья. Я бы тоже не отказалась их получить абсолютно бесплатно, ребятки. И давайте посмотрим, вот они, рабочие коды. Здесь написано только два. Но на самом деле мы с вами, ребята, знаем то, что еще один код из этого всего работает, который я вписывала в прошлый раз. И давайте мы с вами, короче, попробуем вписать вот эти вот два кода уже рабочих. И потом попробуем написать все вот эти вот коды. И, конечно, проверить, работают они или нет, ребята. И вот, ребятушки, смотрите, я сейчас нахожусь на аккаунте TestWeirdBabkaShow. Это значит то, что мы сейчас будем с вами смотреть коды. И, кстати, ребята, это видео будет точно так же снято на телефоне для тех людей, которые не пользуются компьютером. И тайм-код будет у нас в комментариях, чтобы вы сразу могли перейти и посмотреть, где и как вводить эти коды, кто не знает. И смотрите, ребята, нажимаем на вот эту шестерню, нажимаем на кнопочку Help, и нам нужно найти, там будет раздел «Как я могу ввести промокод». Вот он, ребятки, «Как я могу ввести промокод». Заходим сюда. И вот она, промокод Redemption Page. Промокод, где ввести, в общем, нам нужно перейти на вот эту вот ссылочку. И смотрите, вот он, выходит наша страница. И давайте проверим у нас самые такие распространенные коды, которые знают, наверное, все. Первый код, это, конечно же, Spider Cola. Его, я думаю, ну прям вот каждый игрок в Roblox, который хоть раз вводил коды, знает этот код 100%. Нажимаем Redeem, и смотрите, я его уже вводила. Но в целом он, ребята, работает. И следующий, это, конечно же, Tweet Roblox. Его тоже знает практически практически все, он сейчас 2019 года, испокон веков, вот он уже был у меня введен. То есть эти два кода точно так же, ребята, работают, вы можете получить эти вещи бесплатно. И сейчас мы с вами проверим следующие коды, которые, возможно, работают, и мы какую-нибудь прикольную вещь себе сможем найти абсолютно бесплатно. Давайте, ребятки, первый код мы впишем вот такой вот, Very Stylish. Это у нас получается код на классную маску медведя. Такую вот розово-синюю красивую градиентную маску. Нажмем на кнопочку Redeem, и нет, наш код уже отключили, ребятки. Поэтому, ну, не стоит, конечно, расстраиваться, но в целом вещь была бы классная. Но вот ее убрали из-за того, наверное, то, что она была, наверное, лимитирована и на какое-то время. И сейчас ее уже убрали из игры. Давайте так что посмотрим, ребятки, с вами следующий код. И это у нас какой-то Smooth Headphones 2020, поэтому давайте его быстренько впишем. Нажимаем на кнопочку Redeem, ребятки, он не работает у нас, и да, так что уже два кода целых не работают. Что такое? Бабка Шоу хочет себе какую-нибудь прикольную одежду. Следующий код у нас Fashion Fox. Кстати, я его вроде как пробовала вводить, и он не работал, ребятки. Да, ребята, он уже не работает. Но на основном аккаунте Бабка Шоу я вводила этот код, он работал тогда еще. Блин, смотрите, сколько кодов реально испортили разработчики. Они просто взяли их и убрали. Я очень хотела получить эти вещи бесплатно на моем тестовом аккаунте. Здесь реально, ребятки, на тестовом аккаунте будут только бесплатные вещи. И вот такой, ребята, у нас код на игрушечные наушники. Давайте нажимаем Redeem, и, пожалуйста, я хочу код. Нет, ребята, он тоже не работает. Что вообще такое творится? Пожалуйста, дайте мне что-нибудь. Здесь есть еще, ребята, код на классные, очень суперски классные крылья бабочки. Я их тоже очень хочу, они подошли бы даже к моему скину, наверное. И, блин, давайте посмотрим. Flew Up. Вводим этот код, пожалуйста, работай, братишка. Я хочу себе такие крылья. Вроде бы так пишется код. Нажимаем на Redeem, и он тоже не работает. Что такое, ребята? Вот, ребятки, следующий код Floating Favorite. Кстати, я сделала ошибку. Нажимаем на Redeem, и он тоже не работает. Просто что делать?
самый последний код у нас остается. Ребята, это последний код, который я знаю, который я видела на сайтах, на всяких ютуберских видео других и, конечно же, на нашей карте с вещами. И, блин, реально, если сейчас другие коды уже не работают, вот этот самый последний код, то я даже не знаю, что делать. Получается, у нас только вот это вот странные коды с 2019 года сохранились, а остальные все пропали. И смотрите, вот они, следующие наушники на живом редим, и они тоже, ребята, не работают. Но в целом мы с вами расстраиваться не будем, потому что впереди я вам покажу промокод на робуксы, а именно на один робукс. Конечно, это мало, но, блин, смотри, если ты возьмешь, посмотришь мой прошлый ролик, в котором я показала, как заработать робуксы, и, конечно же, этот ролик, то у тебя уже будет много робуксов, ты сможешь себе купить какую-нибудь одежду. Так что обязательно смотри видео дальше. И, ребятушки, я нахожусь сейчас на сайте Roblox Ninja, или как-то так он называется. И здесь, смотрите, можно получить робуксы за то, что вы тоже работаете и кое-что там делаете. И смотрите, у меня сейчас 0 робуксов, вот какая-то тут викторина была на 2 робукса. Сейчас посмотрим, тут надо ответить на все вопросы правильно. И в чем проблема, ребятки, этот сайт на английском языке. Где спот? Ребята, кто такой спот? Я просто даже не знаю. Скорее всего, это вот эта вот собака. И где эта собака? Кто видит, ребята, напишите в комментариях. Я не вижу здесь эту собаку. Вот, ребятки, нажимаем на кнопочку промокод вот здесь вот, и нам нужно ввести вот такой вот промокодик. Я его оставлю в описании, вот сюда вот нам вам нужно ввести промокод, вот он, Smooth August, и нажать на кнопочку Redeem. Но я сейчас, ребята, не могу его ввести, потому что здесь нужно выполнить как минимум одно задание для того, чтобы вводить промокоды на бесплатные робуксы. То есть, ребят, вам в любом случае придется какое-нибудь задание выполнить, а я вот прошла на 97% ту собаку и не смогла ее пройти на 100%, поэтому мне не дали робуксы. Так что, ребятки, одно задание любое выполняете, бежите вот сюда, вот, например, в промокод, и вы в любом случае выведете себе где-то 2 робукса. Так что, ребята, действуйте, вот такой вот классный способ. И всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.